Дети, как вам хочется? Читаем стихи. Георгий Остов. Прощальный совет. Город Иваново. Школа 4. Участвует Аврора Рина. Кудрявцы Виктория. Мамедов Руслан. Дашков Федор. Егоров Роман. Попов Андрей. Францкевич Влад. Николасик. Смирнова Наталья. Орлова Надежда. Спасаева Мария. Самедов Тимур. Падшев Николь. Савельева Полина. Приворов Карина. Даев Максим. Березин Иван. Баранов Иван. А знаком, уходя, не забудьте попрощаться. Если так не простят, можете пожать плечами. Ну подумаешь, диван, кетчупом у них облился. Вы же кетчуп не в диван, а в свою тарелку лили. Ну немножко по ковру растоптались баклажаны. Неужели же ковер им дороже человека? Аварии на стене вы картин не рисовали. Им на память вы свое написали только имя. Вот салат со стола вы действительно столкнули. Но ведь это не со зла, а нечаянно, локтями. Телевизор им ломать вы, конечно, не хотели. Он у них и так-то был не особенно хороший. И по зеркалу мечом не попали его ни разу. С длинной трещиной оно было с самого начала. И следов на потолке вы нигде не оставляли. Это вы ботинок свой подбросали вверх немножко. Как летучую мышь вы котенку сгорели. Просто дали поиграть ненадолго и с повзратом. И с балкона телефон на прохожих не кидали. Он на улице упал, потому что был тяжелый. И ногами в торт никто наступать не собирался. Просто нужно было вам с люстры снять воздушный шарик. Кто же думал, что она так непрочно прицепилась? Надо было укреплять, вот она бы не упала. Жезло пожарный, как на тему, вдруг в окошко прибежали, чтобы вешалку тушить возле двери в коридоре. Там на вешалке пальто, вы ничьи не поджигали, просто так, для красоты, свечки ставили в карман. В туалете молотком вы бачок не разбивали, это был не молоток, а бутылка с чем-то синим. Очень скользкая она почему-то оказалась, вот поэтому у них унитаз и раскололся. А к обидчивым таким и злопамятным знакомым вы сами никогда больше в гости не ходите!